И всем салам алейкум, братанчики, меня зовут Дима Оранч, вы на моем канале, и это срочное включение. Skyrail вышла обнова. Да, в Skyrail вышла обнова. Есть, конечно, очень плохая новость, то, что у Дани удалили канал на Ютубе, но мы сегодня не про это, а про обнову Skyrail. Смотрите, нам добавили EP2DM. Нам EP2DM добавили. Есть тут такая вот обычная EP2D, есть EP2DM. У меня еще не все поезда разблокированы, так что почтовый вагон мы не сможем, к сожалению, посмотреть, который нам добавили. Мы не можем, к сожалению, посмотреть сегодня почтовый вагон, но зато мы можем посмотреть мультиплеер и EP2DM. Сейчас мы посмотрим рекламу и откроем EP2DM. Все, EP2DM я открыл, все. Ребят. Вот такая вот красотка. Вы посмотрите на ее морду просто. Посмотрите на ее морду. EP2DM010. 00010. 00010. EP2DM0010. Твери! Вы посмотрите. Они такие же раздвижные, как на Иволге и Ласточке. Ребята, однозначно за двери лайк. За двери лайк, прям. За двери лайк. Так, посмотрите. Реально двери раздвижные. Давайте пройдемся по салону. Воу, оранжевые сидушки. Воу, посмотрите, какие сидушки тут красивые, оранжевые. Посмотрите, какие красивые тут сидушки. Ну, конечно, в реальной жизни синие сидушки, ладно. Ну, ладно, сойдет, в принципе, потому что они довольно качественно проработаны, все довольно красиво, где очень красиво смотрятся эти сидушки. Тамбуры, вот такие вот двери тут тоже все проработано, ребятки. Все проработано, а не то, что в P2D, в обычной. Стоп, а где туалет в тамбуре? Ну, точнее, в головном вагоне. Обычно в головных вагонах всегда тубзик есть. В P2D и P2DM. Ну, ладно. Погнали в промежуточный вагон зайдем. Погнали зайдем в промежуточный вагон. Такс. Вот такие вот тут проходы. Ну, в реальной жизни, конечно, не такие двери. Тут дверей вообще нету, наверное, в реальной жизни. Я, конечно, не ездил на EP2DM, но я знаю то, что тут нету дверей. Вот этих вот дверей Саммендорфов. Двери тут чисто Саммендорфов поставили. Двери тут чисто влепили Саммендорфов, ребят. Ну, в принципе, ничем не отличается. Давайте посмотрим кабину машиниста, ребят. А потом почитаем, сколько тут вагонов. Тут есть вот такой экранчик. Все тут сделали. Ну, это не экран, а ну, беговая строка, короче. Бегущая строка это, наверное. Я не ездил в этих электричках. Охренеть, вы посмотрите. Вы посмотрите, какая тут сидушка. Посмотрите. Вы посмотрите, просто какой тут здоровенный пульт. Просто охренеть. Давайте сядем на место помощника, посмотрим, что карта у него. В принципе, тоже все довольно современно так выглядит, ребятки. Ладно, давайте поедем уже. Давайте поедем и на станции сосчитаем, сколько тут вагонов. Давайте послушаем звук. Давайте. Ну, звук от старой электрички, конечно. Ну, ладно. Это же Skyrail, как бы. Звук тут от старой электрички, когда вы просто вплотную вот так разгоняется. А когда вот так я еще могу разгоняться. Что ж, едем к станции. Интересно, скорость сама поддерживается? Наверное, поддерживается сама. Это же как бы современная электричка, как бы. Блин, на тормоза? Ну, быстрее, чем ЧС-7 тормозит, по крайней мере. ЧС-7 реально медленно тормозит. Заезжаем на станцию. Потом еще заглянем в мультиплеер. В этом добавили индикатор скорости. Новые звуки поездов и индикатор скорости. Так, смотрите, двери тут так красиво открываются. Давайте посмотрим, сколько тут вагонов. Раз вагончик, два вагончик,
3 вагончик, 4 вагончик, 5 вагончик, 6 вагончик. Тут 6 вагонов, 6-вагонная ЭП-2ДМ у нас. 6-вагонник ЭП-2ДМ. Ой, два, тут едет здорово. Ладно, мы сейчас заглянем в мультиплеер. Давайте в мультиплеер зайдем. Зайдем в этот самый мультиплеер. Так, давайте имя комнаты, пусть будет Orange. Мое имя Дима Orange, конечно же. Создать. Все, ребятки, я зашел. Что все зависло, я не понял. Че я не могу ни с чем взаимодействовать, ребятки? Я не мог только что ни с чем взаимодействовать. Что это за херня? Что это за херня, ребят? В смысле? О, все. Все, ребятки, я зашел. Такс. Давайте эпизоды. Так, ну, поезда, конечно же, не все у меня разблокированы. На P2DM надо рекламу эту смотреть. Все, давайте P2DM возьмем. Так, двери тут, конечно же, раздвижные. Давайте послушаем новые звуки. Говорят, там новые звуки добавили. Давайте послушаем новые звуки. Да, реально, ну, звуки стука колес, конечно, из прошлой обновы, но, смотрите, индикатор скорости появился, смотрите. Индикатор скорости тут появился. Как бы, смотрите, индикатор скорости, ребят. Ну и на этом, в принципе, все. На этом ролик я заканчиваю. Всем удачи, всем пока, увидимся в новых видео.